Всем привет, с вами это я, Тигра, и сегодня, вот вы как видите, я на четырке, вы статки ее давно не видели. Ничего тут не изменилось, только тут это, я менял свечи всякие, так, и не нарушаю, я не нарушаю. Я еду за новым проектом, вы скажете, опять новый проект, ну как всегда. Ну, что мне только с одним ежом, что ли, кататься? И вы статки уже поняли, это... Будет крутой проект. Да, а я включусь, как. Ну, я уже подъезжаю. Но я включусь и покажу этот проект. Сейчас я поверну. Ё-моё, не сделали в этой, блин. Вот это все. Я тогда сейчас вот заверну. А, так. Едем спокойно. И. Тормозим резко. Блин. Ну, значит, вот тут и сейчас поднимемся. И я включусь, когда я уже сяду, куплю эту машину. Кстати, я покупаю ее за 30 тысяч. И все. И я включусь, когда вы ее увидите. 412, братцы, на дороге. За ним не угнаться. Это Москвич 408. Да, да, весь такой гнилой из-под деда. Нету бампера заднего, наклейка, я нищий. И давайте прокатимся, чё. Опа, погнали, опа. Нормально, мне нравится. Ну, блин, клипа не будет, но ладно, пофиг. Ну, я включусь, когда... Кстати, я ее переоформлю, и я включусь, когда я уже буду около гаража. Гаражей. Вот, я уже приехал сюда. И давайте немного подрифтим на нем. Боком нормально. А она будет как Иш. Я ее сделаю прикольную. Да. Но цвет будет у нее. И статик. Тик, кому нравится этот москвич, ставьте лайк. Он мне очень сильно нравится. Видите, как бочком едет. Ну, давайте сейчас разогнаться надо. Статик, мотор копеечный. 1,5. Блин, офигенно прям. О, как... Бочком, давай. Опа. Опа, и... Сейчас тут дрифтанем. Так, сейчас назад. Так. Ну, я и не знаю, куда я буду парковать. Но как-то где-то припаркую. Ну ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, всем пока-пока, удачи.